В Якутии намерены усилить ответственность родителей. Об этом сегодня говорили на круглом столе «Родительский всеобуч». Круглый стол традиционно в канун Международного дня защиты детей проводит Министерство образования Республики по делам молодежи и семейной политики, а также общественники Якутии. Подробнее в материале Саргалана Захоровой. Родительский всеобуч – государственная программа, призванная повысить педагогическую культуру и просвещение родителей. Во всех регионах страны проходят различные мероприятия для реализации этой программы. В Якутске сегодня состоялся круглый стол, на котором обсудили проблемы воспитания детей, а также вопросы правового просвещения родителей. В первую очередь работа направлена на правовое просвещение в рамках концепции, в рамках указа президента, ныне главы нашей республики, с тем, чтобы воспитывать законопослушных граждан. Проведение подобных мероприятий будет способствовать тому, чтобы каждый родитель понимал и осознавал, и законный представитель, что он несет ответственность за воспитание своего ребенка. Огромную роль в воспитании ребенка играет школа и любое другое образовательное учреждение, где он проводит большую часть времени. Поэтому учителя несут немалую ответственность за будущее поколение. Их труд, несомненно, должен быть оценен, в том числе учителей дополнительного образования и активистов общественных организаций. В этом году знака «Свет добра» имени выдающегося педагога республики Раисы Антоновой удостоились педагог и представитель общественности. Не только школа занимается воспитанием наших детей, и мы тоже должны в этом участвовать. Наш знак преследует одну цель – это общественное признание тех людей, которые многие годы отдали воспитанию детей, тех людей, которые работают в системе дополнительного образования. Участники круглого стола едины во мнении, что в воспитании детей должны принимать участие школа и общественность, но прежде всего родители. От того, насколько ответственно родители будут относиться к своим обязанностям, зависит будущее не только конкретной семьи, но и страны. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.